Девочки и мальчики, привет всем! Это мы с Винсентом сегодня. Мы находимся в районе Лейк Нона. Это то, что находится в Орландо. И этот район очень сильно сейчас растет. Он просто бешено растет. Пока мы ехали, Винсент говорит, здесь ничего этого не было. I say that how we drive and you say it's none of this was here. No. How many years ago? About 12 years ago. None of this. В общем, за 12 лет так отстроилась, и причем дома здесь такие. Мы подошли тут к моделям домов, которые продаются, да, ну, которые здесь строятся. This whole city, но абсолютно просто, вообще, абсолютно другая конструкция, не такую, которую мы привыкли видеть. Сейчас покажу. Вот и первая модель, которая называется Reef. Сейчас мы туда пойдем. Вот посмотрите, посмотрите, какая модель дома. Называется Reef, и мы сейчас зайдем, посмотрим. Обалденно, просто обалденный район. Народу здесь куча. Посмотрите, сколько здесь много машин. Все смотрят на эти модели. Ну что, вот сразу, когда заходишь, здесь такой порчик с диванчиками. Симпатичный. Естественно, это модель просто. Естественно, она стоит здесь на хайвее и все такое. Вы можете этот дом построить вот в этих районах. Сейчас я потом вам покажу, что строится здесь. Сколько здесь места еще для постройки. Открывается оранжевая дверь, и мы сразу заходим и видим слева, видите, какой офис симпатичный. Народу будет много, и поэтому я буду осторожно снимать. Посмотрите, как здесь классно. Такой вот зал. Да, просто. Винсент, what do you think? Yeah, it's very nice. I like it. Yeah? Yeah, this is nice. Посмотрите, какие потолки. Какая кухня. Посмотрите, какая кухня. Какие здесь шикарные гарнитуры. Видите, кофе, пожалуйста, делайте для гостей. Вот, и посмотрите. Такие вот потолки. Ой, обалдеть просто, конечно. Let's go upstairs, maybe. Жалко, что столько много народу. Okay. Пойдем посмотрим сначала. Вот здесь сразу находится, я так понимаю, is master bedroom, right? Yeah. Мастер бедрум, и вы будете видеть. You don't have no room for any pool. This is what we call zero lot line. You got the house. Yeah, but this is the model. Right, you can't build this model anywhere. This is just but where it's. I'm just saying the property is very close. Он говорит, дома очень близко друг к другу. Ему очень напоминает Нью-Йорк. Он говорит, в Нью-Йорке так построено. Видите, какие потолки. Говорит, посмотри, тут так здорово. Nice doors, but tall they are. Nice room. Посмотрите. Так вот, огромное окно большое в гардеробной. Вот такая вот раковинка. Ванны самой как таковой нет в ванной комнате. Вот есть душ. Walking. Walking душ такой. Здесь, видите, полочка, все класти. Шампунь. And this is what I really like. Mm-hmm. This is what I really like. What? Take off your clothes and look where the washer and dryer are. Он говорит, мне нравится, что здесь снял свою одежду перед душем, пошел и говорит, положил свою грязную одежду сразу в эту стиралку. Не знаю даже, куда я вышла-то опять. А, вышла туда же. Туда же вышла, где мы были. Ну что, пойдем наверх, Винсент. Идем наверх, смотрим. Да, здесь, конечно, желающих очень много. Очень много. Смотрите, эти дома. Ну вот, мы пришли наверх. И здесь еще один уровень, даже комната. Давайте зайдем сюда. Гостевые комнаты. С огромными окнами, все такое светлое, светло, очень много света. Вот. Got his own bathroom too up here. В детской своя ванна или в гостевой. It's big. I like this house. I like that way it's set up.
Винсент говорит, мне очень нравится этот дом. Нравится, как он сделан. Кондиционер. Он говорит, смотри, посмотрите, здесь показано, как построен этот дом. So how? Explain it to me. They're just showing you the different types of the PCB piping, plumbing. It's the PCB pipe, which is good. Как сделана канализация. Видите, как все это сделано под стенами, под покрытием, все показано. Oh, they're doing 2x6s. This is built on 2x6. 2x4 hole. So they're doing theirs on 2x6. Mm-hmm. Very strong. What is that? Different types of lighting. Вот такие вот эти. Well, they show, let's see, this is used home windows. New Davis Weekly home window. Well, they show you what kind of light it gets. Mm-hmm. If you turn it on. See how? I don't know what it's trying to show you, but. Oh, see, it's double pane. Got another window inside a window. Ah, yeah. I thought they show lamps. No, they're trying to show the window. Какие стекла. Yeah. Стекла какие. Видите, здесь одинарное, а здесь двойное. Так вот они делают вот такое двойное стекло. Все this понятно. Is very big too. You gotta show this. See, this is a 6x6 construction. Такие вот very стены big. Толстые. This is normal construction. It's 2x4. Он говорит, вот делаем мы такие, а они такие конструкции делают. А это... Обычная конструкция. This is regular? This is regular. This is their home. Uh-huh. They use pressure-treated lumber down here. Короче, они сравнивают. Вот обычная конструкция, а здесь типа наша. И вот их конструкция намного... They use pressure-wood lumber down below for your fairing out for the thing. And insulation. See how thick the insulation board is? Видите, какое? See this? Yeah. That's so house stays толщины. Much cooler. Инсоляция показана. Все понятно. Interesting. Вот и здесь мы когда заходим. А здесь еще одна комната же. Здесь еще одна ванна. That's nice. Да, ванна хорошо отделана так. You got your towels. Еще одна комната гостевая. This is would be your son's room. Very nice. Yeah, very nice. Да, очень классно. И вот здесь вот наверху мне очень нравится, видите, ступенечки. Еще одна комната и такая комната, знаете, как холл или как зал наверху, где те, кто живут в этих комнатках, собираются вечером. И что-то делают, наверное, если вот двое ребят живут, так вот это их место, где они проводят время вместе с играми. Винсент говорит, очень хорошо отделаны стены. It's not cheap, right? No, see the windows, how thick, see how thick the windows are? Он говорит, видишь, какие толстые стекла. In between there, the air gap, very strong, feel them, you can't push on. It's for... hurricane-proof windows. Смотрите, какие дыма-то там стоят. Обалдеть. And these fold out. Oh, look at how nice houses. It's every house different. Yes. И посмотрите, каждый дом разный. То есть не одинаковые дома, знаете, как под копирку, а именно разные дома. Абсолютно. And see the house next door. See how it's all shaped and it's got a separate garage where you have to walk through to the garage. Видишь, говорит, у этого дома, говорит, гараж отдельно. The garage is not in the house. Говорит, не прикреплен. Wow, it's maybe this model too. Who knows? Let's see. Мы идем опять вниз. Спускаемся. Так, спускаемся вниз еще раз. Покажу вам сверху, как красиво смотрится это необычный дом. Необычный для нашего глаза, так скажем, в Америке. Вот. Плитка положена под дерево. Это не дерево, но это плитка такая. Вот здесь мы заходили в эту дверь. Здесь тоже большая дверь открывается. Ездящая. Very interesting. Very nice kitchen. Yes. Очень добротно все сделано, конечно. Очень добротно. Большой в центре вот этот вот island.
So what is this house? The elements. I know, but what this house is called? I think no, this is not. Let's see what house we at right now. Девочки и мальчики, домики здесь, конечно, я хочу вам сказать, просто клевые. Просто клевые. Если вы собираетесь жить в Орландо, позвоните мне, обязательно съездим с вами на Лейк Йола. Но дома здесь, конечно, не дешевые, но я думаю, что стоят того. Шикарные. Очень шикарные. Винсент вообще там в офигее, так скажем. Офигел совсем от этого. Вот мы опять выходим туда же, где мы были. У этой модели тоже гараж не к дому не прикреплен. То есть гараж отдельно абсолютно. Видите, здесь вот два порча получаются спереди и сзади, да? И также вот гараж. Это вот гараж, представляете? Вот, и как раз это такой центр, где можно найти информацию. Ну вот, короче, вот этот дом, который мы сейчас смотрели, да, вот он. И вот это к нему прикрепленный гараж. Гараж сейчас сделан просто под офис, где продают и дают информацию об этих домах. Но вообще, в основном, ну не в основном, но вот у этого дома именно гараж отдельно. То есть нужно пройти там 3 шага до гаража. Это, кстати, классно, когда гараж отдельно. Винсент сейчас в офисе. Спрашивает информацию об этом доме, просто узнать, дать вам ее. Ну вот вы видите модель, или как говорится, план вот этого дома. Вот гараж, где мы сейчас находимся, это дом. И в гараже даже есть, я не знаю, как-то странно вообще-то. И это тут все вместе, тут бедрум. А, это второй этаж, я вру. Это второй этаж, это гараж, где мы находимся сейчас. Ну, гараж как-то тут так похоже, что вместе. Вот здесь гараж, он говорит, что, короче, мы сейчас с ним поговорили, он сказал, что вот этот дом, вот эта модель, она немножко по-другому сделана, как сам риф. Но вообще вот план не дома, а именно гараж сделан немножко по-другому. Вот риф. И здесь, короче, в рифе, я сейчас вам скажу, 290 квадратных метров. И он стоит 512 тысяч этот дом. 512. So, Vincent, what do you think? I think it's very interesting, very, very nicely built, very strong built house too. Using 2x6s construction. Mm-hmm. Very good. I'm just, he said across the street was those other ones. I'm just thinking there's a model home right across the street. Okay. Еще какую-то модель нашел. Я думала, нам надо ехать в другие модели. Оказывается, вот еще одну модель нашел здесь. Потому что нам показали на карте, там еще далеко туда ехать. Let's go to this one, then go to that one. Oh, this is another model? Yeah. Why he said we don't have it? This isn't his. This is a different building. They have like all different buildings. Okay, тут все разные строители, вот что. У них только одна модель. Тут еще один строитель. Смотрите, еще одна модель. Посмотрите, как здесь красиво и как здесь вообще построено все. Посмотрите, все разные дома. Потом зайдем в ту модель. Моделей здесь очень много, очень. Вот еще одна модель. А вот строители тут строят. Давайте посмотрим на дом, который строится сейчас тут. Вот, видите, вот так выглядит. Обычно в Америке второй этаж делается из дерева. Вот, но очень редко. Редко когда, но бывает дома, где второй этаж делается из бетона. Но первый этаж обязательно делается из бетона. Потом вот второй этаж. Может, поэтому Винсент любит только первый этаж. Один этаж, потому что все из бетона. Не знаю. Вот это тоже домик, видите. Ну, пойдемте посмотрим. See, this is a bike trail. So you have a bike trail. This is a bike trail. Дорожка для велосипедистов. The walking is over there. This is for bikes. Uh-huh. Пойдемте зайдем, посмотрим здесь, что есть еще один домик. Ой, как здесь красиво. Вау, it's so beautiful. Посмотрите, направо дом, офис вообще шикарный. Налево у нас тут столовая, она с круглым столом. Такие вообще цвета красивые, пастельные.
Винсент тоже, видите, двери проверяет, как оно ездит, хорошо или плохо. So, wow, как по маслу. It's like on a butter. Look at that. Может, и так. Be careful of that. Посмотрите, как здесь классно. Да. Вот видите, молодой человек, который работает здесь, там сказал, что здесь 230 квадратных метров, и стоит этот дом 400 тысяч. 400 тысяч. Посмотрите. Лестница. Мы сейчас на лестницу пойдем наверх. А здесь, около лестницы, пожалуйста, вам тут для собачек даже можно. Или если у вас нет собак, что-то можно придумать, наверное, здесь. Винсент стоит, вот видите, на кухне. Кухня просто шикарная. Народу, конечно, здесь, я вам хочу сказать. Каждый хочет отщипнуть кусочек Лейк Ноны района. It's in the car. Посмотрите, как классно здесь сделано. Винсент пошел на порч, пойду за ним. Народу. Посмотрите, какой порч. Ну, конечно, близко друг к другу они очень строят, потому что, как я сказала, все хотят в этом районе, видимо, сейчас жить. Поэтому места здесь, конечно, такие, как почти таунхаусы. It's like a townhouse. It's so close to each other. Very, this is very much like a downtown New York, like yeah. In the Bronx. Винсент говорит, как в Нью-Йорке, так же все близко друг к другу. Пойдемте с порча, зайдем сюда на лестницу. Посмотрим, что на лестнице здесь. Ой, тут даже не зайти. Здесь, конечно, it's very high quality houses, right? Yeah, very nice. Very nice. Okay. Так, идем дальше. Смотрим здесь. Стиральная комната. This is very small. That's okay. It's a good маленькая комната для стирания. We don't have even that. Я говорю, у нас даже такой нет. У нас просто дверцы закрываются и все. Здесь мастер bedroom. Ого, смотрите, как красиво. Потолки как сделаны. Отсюда у вас вид на порч. И вот она, моя ванна. Oh, here they have a tub. I love tub. I know. Очень хорошая, кстати. This is only 2300 square foot. Да, то, он говорит, всего-то здесь 230 квадратных метров. Only, it's big. 23? Yeah, like our house. Yeah. Ну, как наш дом по размерам. Если не считать солнечной комнаты, то у нас 270 квадратных метров. Если комнату солнечную снять, то 230. Вот такой душ. It's got chrome. It's got the... Да, потолочный плинтус, а вот все сделано здесь. Вот это модель. Вот этот дом 400 тысяч стоит. See how thick the windowsills are? Yeah. See? That's how thick the walls are, very thick. So, and remember that model we see for 300,000? Yeah. Вот вспомните, если тут, где крыша соединяется, где дождь, мы, Винсент рассказывал, будет течь. Так на 100 тысяч всего. А вот этот дом дороже. Но как он сделан? Посмотрите, как здесь стены сделаны. Даже вот эти, видите? Таким вот плиточкой выложены. Да, дом шикарный. Заходи и живи. Да, кухня, конечно, шикарная. French doors. Вот видите, такой интерьер обалденный. I like that. Those fireflies. Yeah. И наверх. Пойдемте наверх посмотрим. Let's go upstairs. Вот смотрите, как интересно сделано такими
звездочками. Идем наверх, смотрим, здесь детская, гостевые, это из детских, сделаны из гостевых комнат. Ну что, здесь такая маленькая площадочка для детей, которые здесь живут. Здесь ванна с туалетом, которым они будут пользоваться, потому что здесь только две комнаты спальни. И вот еще одна спальня с гардеробами. Ну что, очень приятно. Nice, right? What do you think? Oh, I like it. It's very nice. Oh, it's very nice. I like the size of the windows. Look at the size of these windows. Look at that. And it's got the big E glass too, like yeah. The other ones. Vincent, we see two models right now. What one model you like better? Well, I liked it because the other one was bigger. Why? This was a little bit bigger and had a little bit more to it. Yeah, but it's 100,000 more. Yeah. So how the quality of these houses? Oh, this is very good quality. Mm-hmm. Come over here closer. See, it's got a steel roof. Yeah. Right here. Железная крыша вот здесь. That'll last 100 years. Говорит, 100 лет будет она служить. Yeah. So, is that area, Lake Nonant, so good area? Why so many houses right now here? Look at this. It's crazy. Yeah. It reminds me like the old New York, the way... Дома? Down in the Bronx. How beautiful this house is. Yes. Every house different. Oh yeah, different builders. Это too. Просто обалдеть. У каждый дом разный, представляете? И они все сочетаются между собой. Красота. So would you buy this house for that money? Well, if I had it. It's but a nice area. But what I'm saying, if it's worth it. Yes, it's worth it. Worth every penny, right? Yeah, definitely. Пойдем другие. Let's look at another models. Yeah, let's go. Все. В следующем видео увидите еще две модели. Очень красивый. Lake Nona. Район просто обалденный.